Приветствую, дорогие зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Сын музыканта Михаила Круга Александр озвучил прайс-лист и готов исполнить на новогоднем корпоративе 5 хитов именитого отца и авторскую песню за 400 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Маш. Младшему сыну знаменитого шансонье 21 год. По информации издания «Комсомольская правда», Александр студент ГИТИСа. Когда мальчику было 3 года, он узнал о том, что его папу убили. Возможно, именно поэтому в юные годы наследник Круга был трудным ребенком, хотя и прилежно учился. Лишь благодаря учебе в кадетском классе Саше удалось привить дисциплину. Настоящих друзей у Александра немного, но несколько близких людей у него есть. Есть пара человек, с кем я хорошо контактирую, но многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг. Они считают, что я блатной, и прямо говорят об этом. «Мне привычно, я сталкиваюсь с этим с самого детства», – рассказывал молодой человек. В личном блоге Сашу часто сравнивают с именитым отцом. «Копия папа, вижу Михаила Владимировича», – пишут ему подписчики в соцсетях. Напишите, что вы думаете об этом в комментарии. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!